Девочки, мальчики, всем привет! Как многие из вас знают, в Фаберлик появились вот такие вот продукты питания. Это супы, каши, кускусы, разные полбы, готовые, с овощами, со специями, там, с бамбуковой клетчаткой и так далее. То есть вам просто нужно сварить либо бульон, либо просто на воде запарить, либо сварить. В нашем случае это кускус. Очень классная штука, знаете, в каком плане? Это здоровый перекус такой для работы, на работу. У нас есть два продукта, которые быстрого приготовления. Это каша гречневая с тыквой и семенами льна. И вот этот вот кускус, который всего лишь запаривается за 3 минуты. Допустим, вы можете взять его на работу и захотели покушать, взяли, залили кипятком, накрыли крышкой, и через 3 минуты он у вас готов. Либо, как здесь написано, то есть это один вариант, либо нужно будет поварить. То есть 400 мл воды, здесь 4 порции, закипает вода, высыпаете, 3 минуты варите. Так как я люблю более разваренный кускус и варю его в домашних условиях, поэтому я, соответственно, делать это буду с водой, то есть кипятить, не запаривать, а кипятить. Вот, потом, смотрите, кем производится, это не Фаберлик производится, потому что многие до сих пор как-то воспринимают компанию Фаберлик как некую косметическую компанию, хотя она уже давно перестала быть таковой, появилось очень много категорий продуктов, которые вообще не связаны с косметикой. То есть компания Фаберлик выбирает какого-то производителя, в данном случае торговый дом Ярмарка, который, кстати, делают всем известные супы Ели, там каши вот эти Ели называются, вот, и они по заказу производят для Фаберлик данные продукты. Сравнивал я содержимое, уже вот так вот выглядит кускус, я сравнивала содержимое Ели с нашим, просто вот так вот через упаковку, и могу вам сказать, что в наших больше какой-то зеленушки, каких-то специй, приправ и так далее, то есть кусочков разных овощей и так далее. Вот, и я сейчас возьму, взяла вот и поставила кипятить в нашем сотейнике. Между прочим, Фаберлик и очень мне нравится, потому что маленький, удобный, можно сварить на всего лишь пару порций, там на 2-3 порции. Вот, я в моем случае буду вообще одну порцию готовить. Взяла 100 мл воды, если вдруг мне не хватит, я еще долью, потому что я люблю, чтобы был более, как это сказать, не рассыпчатый, не тугая крупа, а более разваренная. И вот я на 100 мл воды возьму 3 столовые ложки. Пахнет он, конечно, шикарно. Это знакомый запах индийского кардамона. Обожаю его. И сейчас вот мы поставим под крышечку на... Посмотрите, сколько зеленушки. Всякой зеленушки, всяких... Ну, вот она уже практически, можно сказать, готова. Наверное, водички надо чуть побольше, потому что я люблю не сухие, чтобы продукты были, а жидкие. И под крышку поставлю на 3 минуты. Смотрим, что у нас в составе. Кускус, томаты, паприка, шпинат, чеснок, бамбуковая клетчатка, кардамон. Девчонки, кускус невероятно вкусный. Настолько вкусный, что я пока ждала, пока разогреется котлета, я съела, ну прям так приличненько съела. На порцию, ну это лично мне на одного человека достаточно 3 столовых ложек. Воды 150 мл, но я просто не люблю, то есть я люблю, чтобы он такой мягкий был, рассыпчатый, ну, любая крупа. Возможно, было достаточно всего лишь и 100 мл. Ну, по мне 150, на 3 столовые ложки 150 мл, вот вообще прям идеально. И это просто невероятное объедение. Это вот то, что я себе обязательно еще возьму, чтобы у меня всегда было дома. Это прям быстрый такой перекус, готовится за 3 минуты. Если у вас там ничего даже поесть нету, есть один только кускус, можете сливочное масло, например, и все, и вы уже наелись. То есть такой быстрый, здоровый перекус. Очень классно, вот прям реально от души вам рекомендую, кускус попробуйте. Я, конечно, извиняюсь, что я вам показываю такую уже полусъеденную тарелочку, но как есть. Смысл в том, что лучше кускус ни с чем не есть, ни с котлетами, а тем более у меня
котлета с ярко выраженным вкусом баранины, не моркошку с чесноком, потому что они перебивают вкус. Он сам по себе может служить как самостоятельное блюдо, и поэтому я кайфанула от того, что я его просто съела. Единственное, я немножко еще соевым соусом плела, потому что для меня они досоленые, и я вот решила немножко вот эту вот соль и пряности внести. Так, это вот просто ешь и наслаждаешься. Вот прямо от души всем рекомендую заказать это, во-первых. Во-вторых, я себе обязательно возьму, потому что это та еда, которую ты приготовишь на один раз. Я теперь знаю свою порцию 3 столовые ложки, да, любой крупы, любых вот этих вот супов уже проверила. И, соответственно, ты на один раз готовишь, съел все свежее. И быстро готовится за 3 минуты. Это вот я говорю, если вы там прибежали с работы, опять же, вот на заметку вам, хозяйкам, если пришли с работы, у вас там все голодное ваше семейство сидит и ждет, пока вы там что-то, или не с работы, может быть, другого какого-то места. 3 минуты, все, кускус готов, и его можно есть, не обязательно жарить к нему какие-то котлеты подавать там, или еще что-то, какой-то салат. Он сам по себе идет как самостоятельное блюдо, потому что очень-очень вкусный, очень колоритный. Попробуйте.